Понятно. А российским СМИ вы верите? Не смотрел, но судя по всему, то, как россияне говорят, то точно нет смысла верить. Возможно, вы знаете какой-нибудь российский телеканал, который, ну, более-менее правду говорит, может быть, и слышали? Я не уверен, что есть такие каналы. Я думаю, что разве что в интернете какие-то там каналы, YouTube и так далее. Только до интернета они еще не добрались. А СМИ-то в любом случае в России там до такой степени все контролируется, что это печально.